Сомнений быть не должно. Победит Дональд Трамп. Почему? Потому что кровь проливается на улицах всех крупнейших городов Америки. Горит вся Америка. Да разве люди захотят оставаться при Байдене, который засыпает на ходу, которого Альцгеймер просто из всех ушей прет? Да, наверное, там же и Паркинсона болезнь. Я также говорил о Хиллари Клинтон. Она в машину садилась, падала в обморок. Поэтому победит Дональд Трамп. Но это никакой не подарок нам. Он ничего хорошего не сделал за 4 года. И вперед за 4 года ничего не сделает. Поэтому мой прогноз, как у врача. Я говорю, что будет. Будет победа Трампа. Америка переживает самую большую трагедию в своей жизни. Никогда не было таких выборов. Я же помню, сколько было Никсон, там этот Джеральд Форд, Джордж, этот, как его, Джонсон. Ну все, Джимми Картер. Тихо, спокойненько, дебаты. Вот как вы думаете, где, что? Мы все просто наслаждались. Смотрели на дебаты двух кандидатов. Но такого, что происходит сегодня, никогда не было. Поэтому это агония страны. Им тяжело. Конечно, пандемия все обостряет. И во Франции, и у нас, и в Белоруссии, и Карабах. Люди в загоне, карантин. Всем тяжело. Но Америка показывает нам, что весь потенциал либерализма она исчерпала. Нужен диктатор Дональд Трамп, который не только не уйдет в 24-м году, идет будет его жена Мелания, 4-8 лет, и потом сын, потом зять. И раньше 2050 года вы эту семью никуда не сдвинете. Поэтому все в его руках. Армия ему подчиняется. Национальная гвардия. А если вместо него или вместо другого кандидата придут такие, как Байден, то Америка рухнет.